Пау! Всем привет! Вы находитесь на канале Magic 5. И сегодня у нас самый интересный, самый крутой выпуск экстремальных пряток в огромном мегамаркете. А все потому, что сегодня мы будем сражаться против... Я еле дошел сюда! Ты чего? Что это? Что это? Что это за кейс? Коробка? Странно. Мне кажется, это кто-то потерял или забыл. Надо отнести, наверное, администрацию. Да, давайте вернем. Может, позвони, есть у тебя номер? Не господи, я выключаю! Чё, стереблю телефон, он зажал! У меня так башка валит. Голова раскалывается, что случилось? Что произошло? Пацаны, мне не кажется, что этот кейс появился здесь? Да, его точно не было, был этот. Что там, давай посмотрим. Открываем. Я боюсь. Это бластеры, стрелы! Парни, а что в этом кейсе? Я не знаю, давай посмотрим. Посмотрим, реально. Он тяжелый! Ставь сюда, ставь сюда. год в опасности. Цифровой злодей Лак заполучил контроль над временем и заставил мир застыть. Команда Нерф Элит 2.0 призвана вернуть контроль над временем и победить Лага. Отряд Лага знает о месте нахождения кейса. Скорее всего, они уже близко. Давайте просто избавимся от этого кейса, пока с нами ничего не случилось. Мы не можем этого допустить. Если мы отдадим ему этот кейс, то Лаг сможет завладеть вселенной. Поэтому мы должны вступить в отряд Нерф Элит 2.0 и спасти весь мир. Активирован. Офигеть! Мы реально вступили в отряд Элит 2.0. Так, нам нужно срочно выбраться из этого мегамаркета и спрятать этот кейс. Парни, для начала нужно нам найти укрытие, обезопасить себя и этот кейс. Ты беги на парковку, а мы отвлекаем внимание. Так, просыпнуй! Так, давай. Жесть, наша задача как можно больше отвлекать внимание. Слуги Лага, они повсюду, поэтому нужно вести себя максимально аккуратно. Нужно быстрее перемещаться. Здесь есть компьютер. Можно посмотреть по камерам, где они находятся. Я сейчас забежал в склад, и мне нужно как можно быстрее найти хоть какие-то двери, чтобы выбраться на парковку. Потому что это огромная территория. Ребят, я нахожусь на этом кадре. Давайте сыграем с вами в игру. Ваша задача угадать, где я нахожусь. Здесь, здесь, здесь или здесь. Поставь это видео на паузу, напиши в комментариях, и ровно через 3 секунды я дам тебе ответ. Но только давай по-честному. Сначала напиши, а потом посмотри ответ. 3, 2, 1. Я был здесь. Мне надо бежать. Это очень плохая прятка. Ребят, мне кажется, я смог оторваться. В новогодний отдел Лаги еще не попали. Я осмотрелся вокруг, и их здесь пока еще нету. Совсем скоро будет Новый год, и мы, как и Дед Мороз, будем исполнять желания наших подписчиков. Если это видео наберет 555 тысяч лайков, тогда мы будем исполнять желания наших подписчиков. Прямо сейчас напиши в комментариях свое желание. Мы выберем 100 счастливчиков, которым мы исполним любую мечту. От покупки PlayStation 5
до приезда в наш офис, и мы можем подарить тебе все, что ты унесешь из нашего магазина. Поэтому прямо сейчас подпишись на наш канал, потому что нашим подписчикам всегда везет, и ваше желание в новом году будет исполняться 100%. Ребят, это отдел электроники. У меня появилась гениальная идея. Я перенесу PlayStation и телек в другую зону. Слуги Лага будут проходить мимо и точно сядут играть. Идеально. Заберу телек с собой. Так, передвигаться надо будет еще поучиться, но маскировка крутая. Ребят, вот идеальная локация. Так, мне нужно как-то здесь обустроить так, чтобы они точно захотели здесь играть. Я нашел штатив для телека. Но мне очень мало времени, нужно спешить. Все готово, теперь осталось, чтобы это заметили слуги Лага и купились на эту ловушку. И тогда у нас будет больше времени для того, чтобы спрятать кейс. Теперь нужно спрятаться самому. Я приготовил нереально крутую ловушку для того, чтобы словить Лага. Я думаю, она сработает. Только мне нужна будет помощь, чтобы его отвлечь. Я думаю, я встречу кого-то из наших, и он нам поможет. I get it. Так, ребят, у меня нет кейса, честно, но у меня есть... Экспекто Патронум! Борода! Да, получайте! Все, борода, погнали! Что ты делаешь? Надо быть убежденным, что они ликвидированы! Ты издеваешься, да я не метаю! Погнали, всё, времени вперед, нет! Вперед, вперед, вперед. Я нашел офигенную прятку! Да и ребят, только что здесь прошел слуга Лага, он меня не заметил! Нужно отсюда смываться, пока меня не нашли. Надо быть осторожным. Ребята, они совсем рядом. Очень крутое место. Нужно запрятаться здесь. Но мне кажется, так мне будет очень легко найти. Можно замаскироваться. Я включил фонарик и притворюсь лампой. Жесть, я увидел Лага. Сейчас я постараюсь в него попасть. Действовать тихо.
Джесси, в него не попал, он меня заметил. Нужно срочно искать укрытие. У меня получилось обмануть Лага, и он побелся на мою ловушку. Плюс один есть. Фух, ребят, я еле оторвался от Лагов. Их настолько много внутри этого здания, это просто жесть. Давайте я разыграю этот бластер среди вас. Прямо сейчас напиши в комментариях имя для этого бластера. Подписчик, который напишет самое крутое имя для моего бластера, получит его со всеми автографами команды Magic 5. И напиши свой ник из Инстаграма, чтобы мы смогли связаться именно с тобой. И ты получишь вот этот крутецкий бластер из нашего видео со всеми нашими автографами. Nerf Elite Commander. Лаги где-то очень близко. Смотрите, это вентилятор, он супер мощный. Блин, они меня услышат. Я попробую их прямо сдуть. А, вот они. Раз. Добивай. Раз. Рикошетом. Все, нужно где-то спрятаться. Надеюсь, я выиграл время Никите, чтобы он спрятал кейс. Сюда. Слуга Лага прошел и не заметил меня. Надо отсюда валить. Я слышу звуки. Наверное, слуги Лага где-то здесь. Вы его видели? Там респект! Ой, нужно его спасать! А, респект! Давай быстрее! Давай! Ты быстрее! А. Давай! Никита! Никита, уезжай! Твоя задача спасти кейс! Я тебя прикрою! Давай! О! Это выход на парковку! Это единственный шанс их спасти! Погнали! Я не думал, что лагов так много. Они патрулируют все улицы. Мне нужно срочно отнести вакцину в багажник. Блин, их там трое. Они увидели. Они бегут сюда. Их там очень много. Сколько бы я их ни выносил, они постоянно снова появляются. Их слишком много. Я должен быть, как настоящий Рэмбо. Либо я, либо они. Мне кажется, я всех вынесу. Давай, открывайся быстрее. Да! Я спас вакцину, я спас все человечество. Теперь мне нужно только найти вакцину, мы сможем победить. В смысле? Мне кто-то звонит. Неизвестный номер. Алло? Бегет! Слуги Лага повсюду! Нас схватили и куда-то везут! Блин, пацанов схватили! Так, геолокация Артура. Он находится где-то в лесу. Я должен показать им силу своего антидота. Вся надежда только на меня. Я слышу их электронные голоса. Они уже рядом. Либо я сейчас спасаю элитный отряд Nerf Elite 2.0, либо... А давайте без либо. Шансов нет, вселенная в опасности. Будьте наготове. Я должен их спасти. На тебе! На, могу мне достать!
Босс, у них нет кейса. Проверь, Эдвард. Это тоже чист. Тогда они нам больше не нужны. Сотрите им память и возвращайтесь. Они поймали нас, без тебя нам не одолеть лага, нам нужна помощь. Пройди на nerfrusha.ru и выполни финальную миссию в онлайн-игре, чтобы спасти мир и получить возможность выиграть классный мерч и бластеры Nerf Elite 2.0. Вступай в отряд Nerf Elite 2.0, мы рассчитываем именно на тебя.